Дым столбом и пугающее по своему масштабу пламя. Именно это зафиксировали камеры свидетелей пожара на Павленко-12. Возгорание произошло днем в воскресенье. Информация поступила на пульт дежурного МЧС в 15:25. На место немедленно выехали спасатели. Установлено, что горели сараи и гаражи. Погибших и пострадавших, по нашей информации, нет. Специалисты устанавливают причину произошедшего. МЧС напоминает, если вы стали участником или свидетелем трагедии или несчастного случая, звоните на единый номер вызова пожарных и спасателей 01 или 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Также 8 декабря на реке Волга, близ населенного пункта Обжирика Юревецкого района, произошел отрыв льдины с рыбаками. Пострадавших нет. Медицинская помощь никому из эвакуированных не потребовалась. Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий за минувшие выходные пожарно-спасательные подразделения привлекались 3 раза. Имеются пострадавшие. ДТП произошли в Родниковском районе, Комсомольском районе и в городе Кохна.